Леон, война окончена. Для них да, а для нас, возможно, война только начинается. Деревья зеленые. Юг, Светленчик, юг. Ну и пусть юг, но ведь тоже Россия. Эх, Россия, встретила бы ты нас сейчас с топочкой, да огурчиком. А? Только где они солененькие, поди не солят здесь. А под Москвой сейчас деревья трещат от мороза. Да. Ледяная корка на снегу. Ощути торжественность мгновений. Сейчас твоя нога ступит на русскую землю. Оп! Прошу принять мои извинения. Ах ты ж! Не стоит. Сколько лет России не видели? Еще увидим. Увидим. Наплачемся. Еще не раз Париж вспомним. Но я оставался бы там. В Париже. А он у меня вот где. Не могу-с. Вивля наша разудалая, развеселая, с грустным звоном бубенцов. Газеты большевистские прокламации. Не имею. Газеты, гранаты, прокламации. Нет, нет, нету. Динамит. Динамит имеется, газеты, гранаты. Пушка есть, 104-го калибра. Шутки нет, шутки нет. Видано Щепкину, который окончил французскую школу пилотажа и допущен к управлению аэропланами всех разновидностей. Направляется русская военная миссия в распоряжение командования добровольческого славяно-британского авиационного корпуса. Наймете на площади экипаж и направитесь в отель «Бристоль». Ваш номер 35. Но у нас только франки. Можно? За все уплачено. А франки можно поменять по курсу. А курс какой? Колеблющийся. Так что менять франки не торопитесь. Пока за все буду платить. Только я. Простите, а с кем имеем честь? В отеле узнаете. Авиаторы какие-то, исранцы. Пригляди за этими двумя. И постарайся познакомиться.
Пароход зафрактованный, никуда не еду. Плачу вдвойне, за той пролеткой. Вдвойне? Тогда поехали, на лошадка. Только не перегони. Ой, эй. Смотри, по-моему, это таможенник. Номер твоего номера. Не понял? Комната. 35, милейший. Во всяком случае, так нам сообщили у таможни. Человек с гвоздикой. С тобой благодетель, который с гвоздикой. Не знаю. Думаю, не ниже штабс-капитана. Да? А как думаешь, он тоже? Авиатор? Что попусту гадать? Скоро узнаем. А как в парилке здесь. Душно, сыро. Ну-с. Ну-с. Теперь землю с могил предков. Кавказские орлы в Галиции. Очерки военного корреспондента Н.Н. Брешко-Брешковского. Где мой талисман? Даня? Где мой талисман? Все. Ну, начинается. Ну-ка, встань. Пожалуйста. Пожалуйста. Только уже не оригинально. Не оригинально. Где каска? В Париже забыл. Няню свою скорее забуду. Да? Угу. Ну тогда, не представляю. Руку достань. Ну ладно, ладно. Достань, достань. Да, вот сейчас тульчик. Я? Ну, тульчик. Ну, все, сдаюсь. Извини, родная, не обижайся на этого. Дяденьки, вы циркачи? Вы же, видать, каверные, да? Постой. Ты как сюда забрался? Ведь второй этаж. Осторожно, сорвешься. Дай монету. Не то сальто-мортале сделаю. Да ты с ума сошел. Осторожно. Дай монету. Не то сальто-мортале. Ну, на два. Только слезь. Три. Видал? Шантаж. Хорошо. На три. Только с одним условием. Ты сейчас же влезешь в комнату и выйдешь через дверь. Хорошо? Клади монету на подоконник. Ну, на. Ну, клади, клади. Ну, ну. Хап. Адью, господа ферзи! Кому мы всем этим обязаны? Считайте Рождество Христово. Рождество. И опять без елки. Называется, в Россию приехали. Подсобите, голубчики, ее центр. Это все сдвинем. Шампань, стружом. Сюда, это, сюда, сюда, сюда. Вот так вот есть. Угу. Вот елка. Вот так-то. Господа,
прошу. Настало время представиться. Чергизов Виктор Николаевич, подполковник, командир авиаотряда, в котором вам придется служить. Не надо, садитесь. Ого, значит, мы действительно нужны, раз нас встречала такая важная персона. Извините, что не в мундире. Считаю, что погоны здесь, в этом глухом углу Российской империи, нам с вами носить не обязательно. Вот опрокинем большевистскую совдепию. Тогда все встанет на свое место. Итак, за наше доброе начинание. Ура! Отъедаюсь, господа. В Ростове такого не увидишь. В России голод. Из Петербурга доходят слухи, что имеются случаи каннибализма. На нашем юге, на Дону, на Кубани немного полегче. Все-таки там не комиссарское царство. Сейчас для отчизны настал очень важный момент. И мы, авиаторы, должны быть сплочены в единый дружный кулак. Простите. Добровольческая армия в нас очень нуждается. Будет очень много полетов. Связь. Небесный террор. Ликвидация вражеских аэропланов. Я не ослышался, что неужто у красных есть аэропланы? Да, но не очень много. Нам во Франции говорили, будто вся русская авиация сдана в плен немцам на Украине. Но мы не имели выбора. Или аэропланы попадут большевикам или тевтонам, ну и мы предпочли последних. Хотя кое-какие аэропланы попали и большевикам. Но у них очень мало опытных авиаторов. И, как вы понимаете, нам это очень на руку. Ну, с этими мы расправимся запросто. Огурчика вы сейчас, а? Могу еще по секрету сообщить вам, что вы включены в особый авиаотряд. О, прекрасно. А велик ли отряд? Из авиаторов пока только мы с вами. Извините. А впоследствии к нам присоединятся английские пилоты и механики. Сколько же вы намерены платить британцам? 10 фунтов за вылет. А нам? Вы же так любите родину, барон. А родину, как я понимаю, всегда любят бескорыстно. Господа, настала радостная минута. Я предлагаю поднять бокал за то, чтобы следующий святой праздник нам посчастливил встретить на очищенной от большевизма прекрасной русской земле. С Рождеством Христовым, господа авиаторы! Подпороль. Для меня Рождество самое сладостное воспоминание на всю жизнь. Хвойно-мандариновый пахучий праздник с теплыми пирогами. Запах цитрусовых съели, запах ели и тайги. И последняя неделя без забот и суеты. Помню, проснешься и мигом к ботинкам. А маман с ночи положит в туфелек что-нибудь радостное. Запоночки золотые. Чуть повзрослел, портсигар серебряный. Перед самым отъездом во Францию этот перстень с камушком. А теперь где имение?
Где маман? Простите, господа. Маман? Ваш, как мне сказали, занимался благотворительностью, не так ли, барон? Да, а что? Так вот, видимо, в благодарность за такую благотворительность крестьяне спалили ваше имение, как в рассказе Антоши Чеханте «Новая дача». У Чехова, помнится, крестьяне вытоптали лишь клумбы. Что вы, батенька, клумбы вытаптывали только в начале века. Сейчас у крестьян масштаб иной. Да ну и к черту эти имения. Добьем большевиков, новые построим. А вот маман... Второй маман ни у кого из нас никогда не будет. Маман всегда у человека одна. Жива ли она? Жива. Непременно жива. И вы ее встретите. Господа, нам впадать в уныние грех. Сегодня Рождество. Сегодня мы снова в России. Вы только что, поручик, имели удовольствие призвать всех нас не впадать в уныние, так? Считаю, что лично у вас ветер военного выпуска, поручик Щепкин, есть все основания для оптимизма. Родового имения, которое могли бы сжечь крестьяне, а у вас нет. Да и маман ваша не представляет большого интереса для большевистского сброда. Так что позвольте вас спросить, кого и что вы намерены защищать? Когда у человека нет титулов и родовых имений, ему не остается ничего другого, как защищать отчизну. Браво, поручик. Щепкин. Извините, подполковник, разрешите выйти? Здесь душно. Идите. Не иначе, как господа в ссоре? Да, какая-то старая вражда. Шашель вам. Ищите женщину. Ничего подобного, пардон. Просто прародители Щепкина были крепостными у прародителей барона. Ну, это никуда не годится. Крепостное право отменено еще в прошлом веке. Пора забыть старые обиды. Извините. Вы изволили усомниться в моем бескорыстном служении отчизне. А ведь служение отчизне для меня — это прежде всего месть! И осуждать мои жизненные принципы не вам, кухаркиному сыну! Вы не точны, барон. Я не кухаркин сын, а кухаркин внук. А сын телеграфного служащего. Так или иначе, вы просто быдло! Судя по традиционной пощечине, я вызван на дуэль? Да. Можете прислать секундантов. А сейчас я хочу спать, маншарами. Постойте, барон! А на чем же мы будем драться? Наружу выбирайте сами. Прекрасно! Виновный мой гостиница! Гостиница Милабай! А что он сделал? Кто платить будет? Куда пошел? Спокойно. Счет пришлите господину Черкизову. Господа, мне как заместителю командира авиаотряда приходится лишний раз напоминать вам, что вы прибыли сюда не для забавы. Россию терзают большевики, а вы ведете себя как гимназисты. На 5 суток домашнего ареста. А счет, который утром представит хозяин гостиницы, будет удержан из вашего жалования. Идите, господа,
Идите. Не надо, не надо. Бойся, Ферзь, не убегу. Не знаешь, сколько здесь могут стоить брюки и куртка на тебя? Не надо. Наши пацаны их все равно изорвут. Как это так? Ну, чтобы не отличался. Ясно. Закусишь? Можно. Дуэльный пистолет. Ты почему в окна лазишь, когда двери есть? Не бойся, Ферзь. Ничего со мной не станется. Я ж циркач. Ну да, циркач. Да, циркач. Я верхний. Небось, не знаешь, что это такое? Не знаю. Верхний? Это который наверху пирамиды. Внизу где-то Костя стоял. Держал? Тетю Дору. Тетя Дора держала мою маму. А мама меня. А сейчас где твоя мама? Погоди. Ну хорошо, я больше не буду спрашивать. Ну хоть имя скажи. Даня! Черкисов дарует тебе свободу. Я принес тебе на крыльях дружбы эту весть. Погоди. Сейчас. Вот так-то. Mm-hmm.
Скрипят уключи, и раздается женский виск, а в небе ко всему приучены бессмысленно кривится диск. Смотрите. Смотрите. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я. Смирен и оглушен. Thank you.
Силантьев. Я уж думал, Данил Семенович, вы не зайдете, не соизволите. Как же, как же. Не решались, колебались. Простите, откуда вам известно мое имя? Вот гляжу я на вас и думаю. Не подменили случаем авиатора Щепкина в Европах? Что-то товарищ Лазунов мне по-другому вас описывал. Присаживайтесь. Зачем вы меня позвали? Без доверия ко мне это хорошо. А вот дата. 16 декабря 16 года. Вам ничего не напоминает? Я помню этот день. Да, в этот день вы помогли избежать ареста Глазунова. Это мы знаем. А вот что было дальше? Как вы жили во Франции и кем стали? И как оказались в авиакорпусе добровольческой армии? Вот это хотелось бы узнать. Немало. Да, хотелось бы. Несколько у республики большая нужда в авиаторах. Ваших пилотов, офицеров, знаем наперечет. И еще знаем, что британцы на днях вольются в ваш авиаотряд. Так скоро? Этим воякам все равно, что по человеку стрелять, что по перепелкам на охоте. Так что, хочешь не хочешь, а придется служить с ними. При военсовету и командованию 11-й армии необходимо знать, что затевает беляки вместе с британцами на Каспии. И когда на Волгу попрут к Астрахани. Почему? Почему к Астрахани? Баку близко. А сейчас главный интерес англичан – нефть. Планы просты. Задушить республику, а потом спокойненько оттяпать от России нефтяные промыслы. Вы говорите о таких вещах, что мне трудно вам верить. У меня есть фотография. Вот когда вы на ней мне укажете механика Глазунова... А что, покажу? Вот тогда и поговорим. Ведь это же надругательство над именем светлейшей особы. Прискорбно. Прискорбно? Так вы говорите, его фамилия Щепкин? Прошу вас, поручик, расскажите нам все, что вы знаете об этом деле. Уголек, кому уголек, самоварный уголек, из России уголек, деревесный уголек, кому уголек.
Уголек! Кому уголек? Уголек! Уголек! Арестованный поручик. Ваше оружие. Раскольникова знаешь? Многие ко мне липнут, всех не упомнишь. Поручик Щепкин. Зовут Даниилом. Знаком такой? Данька, что ли? Ты кто ж мясник? Филейку парную таскал мне. Авиатор, поручик, высокий, стройный такой. Часто к тебе заходил. А, офицерик. Как же, ухаживались. Где познакомились? На Соборной площади. Часто захаживал? Да нет, один разок. Ждала более, не явился. Пугливый, будто воробей. А сколько раз он у тебя бывал в Тамане? В Тамане? Угу. Да как же это возможно? Коли я сама туда в жизни носу не совала. Ну, хоть знаешь о существовании такого города? Как же, слыхивала. Что же ты о нем слыхала? Что деревья там круглый год зеленые. Еще что? И что растут на этих деревьях зимой лимоны, а летом мандарины. Много же ты знаешь о Тамане. А может, ты все-таки там бывала? Не верите. Так вы у соседей поспрашайте. Всей слободкой скажут, отродясь, никуда отсюда не ездила. Не скрою, я по-прежнему испытываю к вам самые добрые чувства. Поэтому прошу вас развеять возникшие у меня подозрения. Первое. Встречались ли вы ранее с девушкой, именуемой здесь Марией? Предположим, в другом месте. С Марией? Нет. Нет, ни здесь, ни в другом месте ранее я с ней не встречался. Даже в глаза не видел. И еще. Почему при вас оказалось вот эта фотография. Просто Марии захотелось увидеть, каким я был раньше. В молодости. А что у вас с ней было? Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. И все-таки придется. Где и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? Вероятно, это было месяца два назад. На Соборной площади. Да-да. Подбежал ко мне мальчишка из босиков. Говорит, видишь, даму, мадам, дай рубль, что-то скажу. Дал рубль. Он говорит, дама, мадам, хочет с тобой познакомиться. Вот так. А вы бывали у нее дома? Один раз. Ну, позвольте. Прошу прощения, но дверь была отперта. О, и вы, Люсь?
любите вредное, господин подполковник. Просто я знал, поручик, где вас искать. Это ваш друг Данечка? Никак нет. Совсем наоборот. Это наше начальство. Что значит наоборот? Крепотребовал на вас на сцену. Ответьте, поручик. Вы всех знакомых своего друга знаете? Вроде бы. Всех. А некой Марии слыхали? Что опять? Влюбился? Думаете, Щепкин способен влюбиться в эту мужичку? Да, конечно, он только и может что влюбляться. Влюбится, мучается, страдает. А когда это было в последний раз? Не в декабре ли? Ее звали не Марией? Мария? При чем тут Мария? Насколько я понял, Мария возникла сейчас. А тогда, в декабре, тогда была совсем иная. А как ее имя? Ну, кажется, Катя. Опишите внешность. Ничего особенного. Довольно смазливенькая, молоденькая, сущий ребенок. Даниил боготворил ее как королеву. Впрочем, вам подробнее мог бы рассказать об этом барон. Он, по-моему, в том случае Данечке дорогу перешел. Вот как? А вы думаете, что Щепкин и сейчас серьезно увлечен? Ну, конечно. Данечка иначе не может. Ну что ж, это совсем неплохо. Совсем неплохо, когда человек может еще влюбиться по-настоящему. Котик! Любовь — это прекрасно. Притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость,
вдоль Красной реки, до синей горы моя радость, до синей горы. А как мне проехать туда, притомился мой ком? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? Завтра на фронт. Что? Завтра на фронт. Ну, я тебя прошу, расскажи мне всю правду до конца. Ну, пожалуйста. Папа в цирке на скрипке играл. Ну? Значит, музыкантом был. Был. Был, был! Пока не налетели какие-то. Они приказали, играй. Он и заиграл. Они кричат. Чего занудно играешь? Сначала рубанули саблей по скрипке, потом по папке. Мамку увели куда-то, а я искать пошел. Тут адрес моей матери, деньги и письмо. Только дай слово, что доедешь. Даешь слово? Да. Где? Где карман? Давай. Ну, счастливо. Адью, ферзь. Голос нервный, позднее дыхание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Серая кобыла с карими глазами, с челкой вороною, красная попона, крылья за спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Славой убиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Все они. Так, Мария, знаешь, на том аэроплане написано? Не знаю. А что? Весный дракон. Когда грузили, прочитал. Ты аэроплан в небе видела? А ты? А я видел. Когда цирк в Полтаве работал, появился француз, гастролер на собственном аэроплане. Полеты показывал по 2 рубля с нос. Вот. А катал за десяток. Хотела бы полетать. Голова закружится. А у меня нисколечки. Я высоты не боюсь. Флейта вдруг умолкла, поскнели краски. Медленно и чинно ходят в ночь, как в море, и вера, и каски. Не видать, кто главный, кто слуга, кто барин, из дворца, из хаты.
они солдаты, вечностью объяты, бедны и богаты. Все они, все они, все они. Кажется, приехали. Приехали, господа. Прибудем вас, господин подполковник. Благодарю. Господа, попрошу всех ко мне. Сюда, пожалуйста. Слушайтесь, господа. Канонада? Полусотни километров отсюда проходит передовая линия борьбы с большевизмом. Главный штаб добровольческой армии поставил перед нами ответственные и почетные задачи. Опыт прошлого показал. Затяжной траншейной войны не будет. Все решится после захвата транспортных артерий. Да-да, привлечем дорог. Стремительность, порыв, темп. Наша задача состоит в том, задача нашего авиаотряда, чтобы внести смятение в ряды большевиков. Собственно, наш отряд для этого и создан. Откройте, голубчик. Это русское изобретение. И называется авиационная стрела. Это прекрасное средство борьбы с конницей врага. Если такую штуковину бросить с аэроплана, она пробьет свободно всадника вместе с конем. И вот нам предстоит это испытать сегодня на деле. Поторопитесь, пожалуйста. Уже заканчиваем. Пижон. При таком ветре даже француз не летает. Первая пара. Щепкин Мариупольский. Простите, господин подполковник, но и во Франции мы всегда летали вместе с поручиком Щепкиным. Надеюсь, во Франции вы не оспаривали команду своего командира? Нет, но слаженность в полете... Ну вот и прекрасно. И здесь не будете. Первая пара в аэроплан. Вторая пара Васильев Голощекин. На Нью-Поле барон фон Тубеншляг. Так, давайте отрепетируем, пока мы на земле. Значит, дергаю один раз снижение, дергаю два раза набор высоты, дергаю три раза разворот. Давайте повторим. Давай. Даня! Даня! Возьми. Меня берегли, и тебя сберегут. Земля с могил предков от остановки мотора помогает. Подложи. Целей будешь, пули задержит. Подложи. С Богом. Не аэроплан, а какой-то бронелет. Давайте.
Пора возвращаться. Смотрите вниз. Вот и встретили большевички. Немедленно возвращайтесь. Там же раненые. Там большевики, черт возьми. Там раненые русские люди. Тот, кто отказывается воевать против комиссаров, тот, тот государственный преступник, пленник отчизны. Просто я тоже русский человек. Немедленно возвращайтесь, иначе я в вас буду стрелять.